Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Опытные рыболовы нередко ориентируются на различные природные признаки, чтобы определить максимально уловистое время для той или иной рыбы. И как показало многолетнее наблюдение рыбаков, один из самых результативных весенних дней для ловли рыбы выпадает на цветение шиповника. Шиповник – это кустарниковое растение семейства розовых. Основной период цветения шиповника выпадает на майские теплые деньки. Так вот, при наличии цветения шиповника было замечено, что улучшается клев карася, карпа и сазана. Можно даже отметить, что у этих рыб начинается сумасшедший жор. Так что если увидели цветущий куст шиповника, смело без раздумий отправляйтесь на рыбалку. Если, конечно, природные факторы складываются благополучно. Но также рыбаки подметили и негативные последствия цветения шиповника. В это время ухудшается клев щуки и окуня, а также наступает нерест сома и линя. А какие у вас есть наблюдения по этому поводу? Поделитесь ими в комментариях.